И менее часа назад стало известно, что грузинская авиация нанесла удар по поселку Джава. Это примерно в 50 километрах от Схинвали. Этот район считался одним из самых безопасных, и именно туда утром переехал из Схинвали глава Южной Осетии какой-то. Кроме того, в Джаве сейчас скопилось большое количество беженцев, в первую очередь женщин и детей, которые пытаются эвакуироваться в Северную Осетию. В эти минуты в Джаве находится корреспондент НТВ Максим Березин, и вот что он сообщает по телефону. Сейчас наша съемочная группа находится неподалеку от единственной неконтролируемой грузинской стороной дороги к Схинвалу, так называемой Зарской дороги. Некоторое время там продолжался ожесточенный бой, но контроль за стратегической дорогой осетинским подразделением удалось сохранить. Президент Южной Осетии Дарт Кукойт вместе со своим штабом переместился из Схинвала в один из близлежащих районов республики. Схинвал горит, и по словам людей, вырвавшихся оттуда, сильно разрушен в ходе массированного артобстрела с применением гаубиц, установок реактивного огня «Град». На центральных улицах Схинвала, по некоторым данным, уже появилась грузинская пехота. Пока не ясно, в каком положении оказался российский миротворческий контингент. По неподтвержденной информации, грузинские формирования предприняли попытку атаковать штаб «Голубых красок», и миротворцы были вынуждены занять круговую оборону. По всей видимости, до сих пор не установлена принадлежность нескольких штурмовиков Су-25, утром совершивших налет на поселок Джава, второй по величине населенный пункт Южной Осетии. В результате ракетно-бомбового удара были разрушены несколько жилых домов. Пока нет даже приблизительной информации о потерях сторон, хотя все, кто смог выехать из Схинвала, утверждают, что убитых с осетинской стороны уже несколько десятков. Постоянно растет поток раненых. Из Схинвала их доставляют в больницы пока еще спокойных районов Южной Осетии. Пострадавших также отвозят во Владикавказ. Также продолжается массовая эвакуация гражданского населения. Максим Березин, телекомпания НТВ, Южная Осетия. Дмитрий Медведев проводит экстренное совещание в связи с ситуацией в Южной Осетии, сообщает официальный сайт Кремля. Там сказано, что глава государства получает полную информацию из районов боевых действий в постоянном режиме. Под руководством Дмитрия Медведева в настоящее время обсуждается комплекс экстренных мер по возвращению ситуации в Южной Осетии в мирное русло, по защите находящегося там мирного населения с учетом имеющегося у России миротворческого мандата, а также по защите российских граждан и национальных интересов России, сказано в официальном сообщении. Грузия начала военные действия в день открытия Олимпиады, когда оружие должно молчать. На это обратил внимание глава российского правительства Владимир Путин. Он приехал в Китай на открытие Олимпийских игр. Свою оценку ситуации в зоне конфликта Путин дал на встрече с президентом Казахстана Назарбаевым. Испокон веков было так, что во время Олимпийских игр оружие замолкало, а здесь наоборот. В день открытия Олимпиады, накануне открытия, грузинское руководство предприняло очень агрессивные действия в отношении Южной Осетии. Фактически начала боевые действия с применением тяжелой техники, артиллерии, танки подключили недавно. Есть жертвы, убитые, раненые, в том числе есть пострадавшие среди российских миротворцев. Это очень печально, очень настораживает. Это, конечно, будет вызывать ответные действия. Я думаю, что неправильно поступило грузинское руководство здесь, не поставив известность, не поговорив о каком-то обострении. Но мне кажется, все равно мирному исходу вот этого деяния никакой альтернативы нет. Я вот имел возможность уже поговорить и с китайскими нашими партнерами, и с президентом Соединенных Штатов. И все практически в один голос говорят, война никому не нужна. Надеюсь, что этот призыв будет услышан и грузинским руководством. Ничем закончилось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация в Южной Осетии. Встреча проводилась по просьбе российской стороны. Призыв Москвы немедленно прекратить насилие так и не принял форму официального документа Совбеза. Как заявил ряд западных представителей, в данный момент Совет не в состоянии принять какого-либо решения. Фактически на заседании состоялся лишь обмен официальными заявлениями между представителями России и Грузии. Совет Безопасности должен призвать незамедлительно прекратить силовые акции и отказаться от применения силы. Совет Безопасности ООН и международное сообщество в целом не могут быть безучастными в этот трудный момент, когда решаются судьбы сотен тысяч людей, живущих в этом регионе. Необходимо совместно остановить насилие, чреватое серьезнейшими последствиями для региональной и международной безопасности. Сейчас еще не поздно предотвратить новые жертвы, в том числе среди мирного населения. Грузинское руководство должно одуматься
остановиться и вернуться к цивилизованным способам решения сложных вопросов. Военная акция грузинского правительства была предпринята в порядке самообороны после неоднократных провокаций с целью защитить мирное население и предотвратить новые жертвы. Уверен, любая демократическая страна сделала бы то же самое. Сепаратисты не только не прекращали огонь, но и наоборот наращивали его, что привело к гибели людей. Заместитель британского представителя в ООН Карен Пирс, между тем, выразила надежду, что какое-то решение совбеза по осетинскому вопросу может принято в ближайшие дни. И реакция на события в Южной Осетии из-за рубежа. Госдепартамент США призвал немедленно прекратить насилие и начать прямые переговоры об урегулировании кризиса. Заявление американского внешнеполитического ведомства информационное агентство распространили около часа назад. Чуть позже к Вашингтону присоединился Брюссель. Представитель Евросоюза рассказал об озабоченности, которую ЕС испытывает в связи с резким обострением обстановки в Южной Осетии. Также призвал стороны прекратить огонь. В этом вопросе Европейский Союз намерен сотрудничать с иностранными партнерами, включая Россию, США, Грузию и ОБСЕ. И несколько минут назад стало известно, что с аналогичным призывом к сторонам конфликта обратился и Генерал. В связи с событиями в Южной Осетии Совет Безопасности другой непризнанной республики Абхазии принял решение подвести свои войска к административной границе с Грузией. Однако подразделения не стали входить в Гальский район и остановились неподалеку от зоны ограничения вооружения, поскольку это стало бы нарушением Московского соглашения о прекращении огня, подписанного еще в 1994 году. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Министерства обороны. Командующий восточной группы войск генерал Владимир Ануа встретился с командующим миротворческими силами СНГ генералом Сергеем Чубаном. Чубан отметил, что миротворческие силы полностью контролируют ситуацию в зоне грузино-абхазского конфликта. И утром в этот район приехал глава непризнанной республики Сергей Багапш. Он сообщил, что Абхазия направит добровольцев в Южную Осетию. Мы сегодня подняли наши вооруженные силы частично и выдвигаемся в сторону грузинской границы. Зависимо от того, какова будет складываться ситуация в Южной Осетии, мы свое движение не остановим и будем двигаться в сторону грузинской границы. Почему? Потому что сегодня Южная Осетия, завтра Абхазия, и так продолжаться не может. А всем хотел бы сказать еще одну вещь. В Южной Осетии живут граждане Российской Федерации. И мы здесь граждане Российской Федерации. И мы будем защищать наших граждан теми возможностями, которые у нас есть в Абхазии здесь. Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, а Абхазия будет посылать добровольцев в Кенвале? Да, будет. Будет посылать добровольцев в Кенвале. Таких людей очень много, желающих много, и мы будем это делать. МЧС готова начать операцию по эвакуации российских граждан из зоны боевых действий, но пока каких-либо решений правительства на этот счет не поступало, уточнили в министерстве. Напомню, что эвакуировать россиян из Южной Осетии можно лишь на автомобилях по единственной дороге в сторону Северной Осетии. Тем временем на границе с Грузией с российской стороны уже развернут медицинский пункт, дежурят машины скорой помощи. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Северной Осетии. В самом Цхинвале, бомбардировка которого не прекращается более 15 часов, все еще остается много женщин и детей. Жители прячутся в подвалах, хотя у некоторых уже нет даже этой возможности. Большинство зданий в городе полностью разрушены. И, как сообщает информагентство, через здание университета и разрушена республиканская больница.